Всем привет-привет! Хочу показать следующее видео своих клумб. На этой клумбе смотрится у меня так. Зацветают лилейники. Так смотрится здесь. Вот такие цветут гвоздички. Очень люблю гвоздики. Очень. Вот. Проса. Придает такую ажурность, воздушность. Очень красиво смотрится. Еще с красными листочками краюшки. Вообще красиво смотрится. Здесь у меня вот такая гехера. Ой, что попало, собираю, извиняюсь. Здесь такая у меня астильба, колор. У нее не столько цветущие кисти нарядные, у нее больше идет вот эта нарядность листьев. Вот такая красота листьев, краски декоративные, лиственные. Вот. Ой, что творится? Что творится? Здесь у меня смотрится так. Цветет петушка. Петуни мне в этом году очень и лобелии радуют, особенно в горшках. Вот. Дети уже катаются на великах с горы и орут, кричат. Вот так у нас шумно. То гуси гагакают, то еще что-нибудь. Очень красивый гладиолус. Этот остается под зиму, гладиолус. Здесь вот такие петунии, розочки. Ну, розочки все больные. Так, ну здесь. Здесь и смотрится у нас так. Хочу показать. Начала курильская лапчатка. В оранжевый цвет окрашиваться. Вот, посмотрите. Была желтая. Сейчас она стала оранжевая. Вот была. Ну, она тоже уже меняет цвет, окрас свой. Хамелеон. Вот. Мои гортензии. Ну вот. Трахтелка завелась. У соседей. Извиняюсь. То один шум, то другой шум. Люди стараются, пока погода хорошая, стараются косить. Вот это курильская лапчатка. Тоже у нее цветочки крупненькие такие прям. Солнышко отсвечивает, и не видать.
Вот такая красота здесь. Гортензия. Фантом. Вот первые кисточки уже розовеют. А это вот такие красотки. А это ванила прайс. Уже начали цвести. Конечно, кисточки небольшие, но цветут. И надеюсь, что еще подцветут. Вот так смотрится у меня. Вот наши горы. Заодним мы природу посмотрим. А дальше нельзя, там солнце в камеру. Мискантус кисти запустил, серебристые. Красота, красота. Так, цветут лилейники, миниатюрный лилейник цветет. Вот этот лилейник по-новому зацвел уже, новые стрелочки выпустил. Посмотрите, сколько бутонов. Бутонов очень много. Гвоздички цветут. Чё порвал? Розочка Аннабель цветет. А? Будлеен только не успела начать цвести, и уже осыпается вся. Мелкие помидоры, да? Ну что ж ты так? Очень красивый кариопсис. Этот кариопсис с этого года у меня. Я покупала этот кариопсис. Вот он низенький такой. И вот такой шапочкой растет. Абриета. Абриета, Абриета, Мариета. Вот так я подстригла
свою лапчатку кустарниковую, ножки ей приоткрыла. А то она была чересчур прям такой. А сейчас она очень красиво смотрится, когда у нее маленько приоткрыто. Вот. А какие запахи здесь вообще? Вот кажется, уже, считай, все отцвело, а запахи обалденные. Цветет спирея криспа. Колеусы надо выдирать. Цветет примула. И вот так вот отцветет у меня лапчатка. Сейчас посмотрю, покажу. Вот такая красавица. И посмотрите, какой у меня виноград здесь. Вот прям на глазах. На глазах он окрашивается. Прям такая красота. И прям очень красивый. Вот такой красавец. Работы много. Сейчас пока работаю на огороде. Вчера убрали морковку, свеклу, редьку убрали. Сегодня теплицу разобрали, огуречную грядку, тыквы убрали. Вот. Еще в парнике там 4 штучки у меня осталось, а помидор. Больше в парник сажать не буду помидоры. Толку оттуда бы нету. Собрала ведро помидор. И пришлось их быку отдать. Потому что они чернеют. И вот здесь такая красота. Ну, а здесь уже все. Красота отошла. Наконец-то распустилась розочка. В прошлом году так пышно цвела. В этом году очень плохо цветет. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей теплой солнечной погоды. Всем всего доброго и до свидания. Встретимся на моем канале. Пока-пока. До новых встреч.